Республиканский IT-центр может появиться в одном из зданий Северо-Восточного федерального университета. Наблюдательный совет вуза под председательством руководителя региона одобрил передачу помещений в безвозмездное пользование для нужд республики. С такой инициативой Егор Борисов обратился в адрес министра образования России Ольги Васильевой. Речь идет о помещении кафедры гуманитарных наук по проспекту Ленина 1 в Якутске. В 2010 году его передали из ФФУ для развития материально-технической базы университета. В этом же здании университет за счет внебюджетных средств дополнительно приобрел у Алмаз-Регионбанка нежилое помещение. На заседании члены наблюдательного совета приняли решение поддержать обращение Егора Борисова. Ректор СФУ Евгения Михайлова отметила, что здание является нетиповым помещением для организации образовательного процесса. А ранее сообщалось, что обсуждается вопрос размещения в этом здании IT-центра.